Я родился в очень маленьком металлургическом городе на Урале. Я воспитывался в городах небольших, далеких от столичных амбиций. Я учился в городе, в университете, который также далек от всяческих амбиций как-то управлять этим миром или этой страной. И даже тем краем, которым он заведовал и заведует, как будто бы такое ощущение, что этот край живет по каким-то своим законам. Это такой непростой пермский край, немножечко дремучий, но со своей историей и со своим каким-то уникальным содержанием. Но начать концерт, собственно, я не собирался с рассказа о особенностях провинциальной жизни и остановлении человека в провинции. Хотя возможно, что в течение концерта мы к этому на это и выйдем. Не знаю. Начать я хотел наш концерт с песни, на которой остановился в прошлый раз. А в прошлый раз это была обнинская нота. С обнинской нотой я начну. В день, когда ты вернешься, будет ночь, а ты отовсюду вернешься, втащишь тяжелый футляр, улыбнешься. Это больше не твоя ноша, вспомнишь пустые залы, вагоны, вокзалы, в которых гуляет зараза. Вспомнишь тех, с кем жила, что осталось от них, пустота и фраза. На судьбу анонимку 10 лет на нее стучат. То метроном, то дожди по крыше, но тишина наверху молчат. А если рявкнут, то услышишь: попадай, попадай, попадай в ноты виолончелистка. Попадай, попадай, попадай в ноты виолончелистка. Судьба с клюкой, но за окном веселое время, время идти по жизни легко, время носить за плечами ветер, все, что есть у тебя за душой, все раздашь, ничего не зажиришь, а если станет нехорошо, ты сама себе скажи лишь: попадай, попадай, попадай в ноты виолончелистка. В день, когда ты вернешься, будет ночь, а ты отовсюду вернешься. Полное ощущение.